Всем привет! Как же я рада вернуться домой и снимать самый обычный, простой домашний влог. У меня нет четкого плана, просто давайте проведем этот день вместе. Было столько вопросов о травах, что давайте начнем именно с этого. Травы называются мисканты, и мы их срезаем на зиму, но в принципе они не капризные, они также без проблем растут на ярком солнце, и они вырастают до 2 метров. То есть, если вы их не будете срезать, то на следующий год они станут еще выше, и их даже садят вместо туль для того, чтобы так немножко отгородиться от соседей или для того, чтобы как-то отделить какую-то территорию. Они также очень красиво растут в виде шариков, и когда есть легкий ветерок, это смотрится так красиво, так уютно. И я пробовала их срезать, ставить в дом, но с них высыпалось столько зернышек, они просто заставили меня убраться в зале лишний раз. А сейчас смотрю, что можно было бы попробовать и второй раз это сделать. Я видела, что идея тарта вам понравилась, поэтому делюсь с вами еще и осенней вариацией. Яйцо, сыр, я оставлю вам ссылку внизу на тот рецепт, где я показывала с брокколи. Все оставляем таким же, кроме дополнительного наполнения. То есть там у меня было брокколи, а здесь я взяла тыкву и сушеные помидоры, потому что все это было в холодильнике. Что я сделала с тыквой? Я нарезала ее кусочками, отварила буквально там 5 минут, то есть вода кипит, я все закинула. То есть вода кипит, я закинула тыкву, и вот не дожидалась до того, как она закипит еще раз, в общей сложности 5 минут, чтобы она была в такой очень горячей воде. Она нам нужна полусырой, не дожидайтесь, когда она развалится. Сушеные помидоры я нарезала, то есть тыква, помидоры, все это заливаем. А, и еще в сырную массу я добавила сушеную паприку. Кто-то любит, кто-то нет, я стараюсь ее просто использовать, потому что это не моя самая любимая приправа. И можете вообще обойтись без нее или взять классическую красную паприку, только перемолотую. И так как я знала, что дети не захотят есть, я все посыпала еще и вот таким красным перцем. Он острый, у меня хлопья, я это покупала на iHerb. И, девчонки, если вы хотите сделать это с мясом, то вообще без проблем. Отварите, например, куриную грудку, или если хотите что-то прям посерьезнее, то можете нарезать колбаску и тоже добавить, запечь, все будет норм. Но сырое мясо лучше не кладите, потому что оно может не запечься. Продолжаем влог, и приятного мне аппетита! Я уже вернулась снова на это место. Вы знаете, что недавно я была во Франции. Оттуда я привезла несколько подарков и покупок, об этом чуть позже. Также я принесла тут кое-что из AliExpress. Но я вернулась поздно вечером 12 числа, а 13 у нас с Томиком была годовщина свадьбы. Мы вместе 11 лет, но в браке мы 7 лет. И так получилось, что 13 числа у нас был семейный день, мы гуляли, и мы наткнулись в центре Кракова на магазин с польской керамикой. Я как-то рассказывала о том, что мне очень нравится керамика, но я не могу назвать себя каким-то великим ценителем, знатоком, а тем более коллекционером. Мне просто нравится что-то handmade, что-то сделанное с душой. Конечно же, это не исключает того, что я там езжу в IKEA, что-то покупаю в Китае, да, но как-то вот в современном мире довольно сложно созреть на то, чтобы купить что-то подороже и оценить чей-то вот вклад, наверное, даже в искусство в каком-то плане. Я вам показывала, что у нас в зале стоит сервиз от мамы Томика, и он уже не производится. Он был сделан в фабрике Włocławek. Вообще польская керамика кому-то известно, кто-то никогда о ней не слышал, но если бы я показала вам какие-то картинки, вы бы сказали, что да, я видела это где-то в Европе в продаже или просто встречали картинки в интернете. Так вот, есть одна фабрика, которая называется Bolesławiec. И вот там керамика производится еще с 19 века, и с каждым годом она становится дороже, дороже и дороже. Я очень давно хотела купить себе сахарницу, но тогда мне как-то было жалко. Думаю, блин, ну в IKEA можно купить дешевле, и действительно так и есть. А теперь вот спустя 10 лет я вижу, что она стоит практически 20 евро. Я такая, блин, надо было купить давным-давно. И вот интересный такой факт, да, что в Болеславце, буду говорить без польского акцента, до сих пор производят керамику, и ее передают из поколения в поколение, и ее можно будет продать спустя сколько-то там лет. Ну, я на это не рассчитываю, я совсем не для этого покупаю
какие-то вещи. А вот вот Славик, который стоит у нас, снова сказала типа по-польски, ну ладно, который стоит у нас здесь, он вообще практически обесценился, он стоит копейки, и мне просто было приятно, что у нас какие-то семейные ценности. Кстати, моя бабушка, это мама моего папы, она передала мне хрусталь, мама привезла его в Украину. Я не знаю, получится ли у мамы привезти его мне на праздники. Да, моя тетя и мама в этом году приезжают к нам на Рождество. Блин, я не могу дождаться, я люблю, когда у нас много гостей, я люблю, когда есть родственники тоже с моей стороны, когда у нас такая вот, знаете, смесь родственников со всего мира, и, возможно, когда-то мы придем к тому, что приедет там и мой брат с женой, и ее семья. Мне бы очень этого хотелось, меня это вообще не напрягает. Если у меня есть свободное время, то я только за. Вот, так что хрусталь я тоже обязательно сюда привезу, и я люблю всем этим пользоваться. И вот, мы зашли в магазин, Томек уезжает в Азию буквально через несколько дней, он купил там подарки для своих партнеров, для своих даже, можно сказать, друзей, потому что они на связи уже, ну, довольно много лет, и может передаст, может они увидятся, я не знаю. Ну, в общем, всегда здорово привезти что-то не купленное в Duty Free, а когда ты думаешь о ком-то, когда ты что-то специально выбираешь, когда это действительно каким-то образом связано с твоей страной, какой-то вот настоящий сувенир, который каким-то образом характеризует то место, откуда ты или где ты живешь, с которым ты связан эмоционально хотя бы. Вот, и Томек стоял и выбирал, и я вам говорила, что он собирает разные фигурки. Вот мы привезли из Португалии несколько вещей, я до сих пор не могу простить рыбкам. На магнитах они поцарапали нам духовку. Ну ладно, просто магниты нам нужно обходить стороной. И Томик увидел вот такого слона. Кстати, он где-то был коцнутым. Я даже не знаю, где я не нашла. Но нам честно признались, что где-то он был или ударен. Ну, в общем, нам сделали на него скидку. И вот теперь у нас в саду поселится еще и такой слон. Будет дополнять коллекцию Томека, у него черепаха, кот и теперь вот такой краковский слон. Я же себе купила вот такую форму для запекания. Там было столько узоров, там было столько всего интересного, у меня разбежались глаза. И я взяла то, чем я пользуюсь чаще всего. Подумала, что ладно, сахарница у меня есть, а вот я не просто пеку тарты в таких формах. Я запекаю все, что можно, в принципе, и я даже подаю, допустим, картофель, там, не знаю, котлеты, ну, все то, что мы едим в обычной жизни, я люблю красиво подавать на стол. Да, это не всегда там супер-пупер как-то сервировано, но я люблю красивую посуду, и реально мы всем этим пользуемся. Все то, что я притащила из TK Maxx, у меня есть вещи, которые сделаны в Индии, тоже это вещи handmade, но они не были супер дорогими. Вот это стоило 140 злотых, ну, то есть это где-то 30 евро, наверное, приблизительно. Но знаете, в этом случае мне не жалко. Я понимаю, что каждый цветочек здесь нарисован вручную, и я осторожно всем таким пользуюсь. Я очень рада. Вот когда покупаешь какую-то косметику, думаешь, надо, не надо, но все-таки у меня канал с этим связан, с косметикой, наверное, чуть проще. Но вот над вещью для себя я бы подумала. А вот что касается семьи и тем более вот такой, я подумала, что да, стоит это купить, тем более мы купили сразу несколько вещей, и нам сделали прям хорошую скидку. Также помните, у меня была такая ажурная пробка, которую я привезла из Португалии, была, вы понимаете, что с ней произошло что-то не очень хорошее. Ко мне пришла подруга, и пробкой было закрыто вино, она говорит, сейчас я нам налью еще, и она так и оторвала ее, ну сломала. Я попробую найти какого-то мастера, который это исправит, но я не обижаюсь на подругу, мне кажется, что это могло случиться с каждым, в принципе, но с такими вещами нужно реально очень осторожно обращаться, и мы взяли вот такие две пробочки. Вы знаете, такой интересный момент, я никогда нашим мальчикам не навязывала страсть к керамике, к лепке, просто была возможность попробовать что-то такое в детском саду. И они с удовольствием ходят. И когда в этом году спрашивали, какие дополнительные хотят родители, все дети и мальчики в том числе говорили, что да, мы хотим лепку. И у нас уже собралась коллекция, пойдем, я вам покажу. Теперь у нас в зале все стоит вперемешку, но мальчики невероятно гордятся тем, что их работа чуть ли не на самом главном месте. И я считаю, что так должно быть. А, все, ниже нет ничего. И, конечно же, они не сами все это делают.
И занятия у них не проходят слишком часто, по-моему, раз в месяц, но вот за полтора года они сделали довольно много. Я знаю, что некоторые элементы, конечно, преподаватель делает дома, потому что это более муторно и не всегда безопасно, как я понимаю. К примеру, когда нужно вставить вот стекло, то она это все доделывает без них, потому что мальчишки не смогли мне объяснить, как это сделано, но смотрится очень интересно, и когда-то это все заполнится, потому что в этом году они продолжают заниматься, все это раскрашивают красками вместе, и вы, конечно, этого не заметите, но я четко могу определить даже издалека, какие из них делал Игнат, а какие Захар, потому что я определяю их детский почерк издалека, и все-таки Захар на 2 года старше. Видно, что у него что-то получается лучше. Но это нормально. Также за последний месяц со мной случилось несколько удачных покупок на AliExpress. Первая — это вот такая дорожка, причем они есть с разным кружевом, есть без него. Если вы также организовываете свадьбы, дни рождения, фотосессии, там есть столько, ну, на AliExpress есть столько разных элементов, какие-то таблички, какие-то там прибамбасы. Я сама просидела 2 часа. Да, AliExpress — это зло, потому что ныряешь и смотришь даже то, что тебе в принципе не нужно. Это такой как бы натуральный материал. У меня вообще есть идея организовать праздники в этом году в таком стиле, так что я уже сразу заранее заказала одну вот такую веревочку, такой шнурочек для того, чтобы запаковывать подарки. Я очень люблю крафтовую бумагу. В принципе, вы можете посмотреть мои предыдущие праздничные влоги, и вы все поймете. И в этом году мне хотелось бы все украсить в таком очень природном стиле, чтобы было много хвои. А что там мне взбредет в голову дальше, это еще никому не известно. Я купила на пробу сначала вот такой маленький подсвечник. Они есть в разных размерах, и когда они стоят вместе или с вазочками, ну не вдвоем, а что-то еще нужно. Выглядит это все очень симпатично, и я дозакажу еще, потому что по качеству мне очень нравится. Также там есть вот такие как бы отдельные большие куски дерева. Может, вы видели где-то в ресторанах, в кафе или на каких-то тематических вечеринках, опять же на свадьбах, все в такой вот тематике, да. Иногда ставят просто такую подставку деревянную. Понятное дело, диаметр вот этой деревяшки гораздо больше и смотрится очень стильно, но кому-то это нравится, кто-то любит гламур и не понимает, тут уже дело вкуса. Я хотела купить коричневую вазочку, но ее не оказалось, и я взяла прозрачную. Вы знаете, даже лучше было бы взять любую другую вазочку прозрачную и самим отдельно купить вот такую веревку, повязать это все аккуратно или приклеить при помощи горячего клея. У меня вот это натуральные цветы, я купила их в обычном цветочном магазине, сначала поливала, а потом я куда-то уехала. Томик вообще не понял, что это, и они засохли, то есть это как сухоцвет. Но есть такие же искусственные на AliExpress во всевозможных расцветках. Да, я сказала вот этой дорожке, что они бывают разными. Я оставлю вам все ссылки внизу. И вот эти вот шнурки тоже все есть разные-разные. Есть и цветные, есть и красивые такие дорожки. Вообще нашла кучу всего. Я уже даже не помню, что-то мне не пришло, нужно проверить. А вот это пластиковая такая подставка на стол, но я ею пользуюсь именно в кухне или тогда, когда Игнат что-то лепит. У нас есть вот это плейдо, по-моему, это называется, пластилин, который не должен прилипать, но он что-то там раскатывает, что-то делает. И, короче, в таких целях я все это использую. Или на террасу тоже. Я взяла одну, чтобы посмотреть, какое качество. Все хорошо, ровно распечатано, нет никаких дурацких опечаток, чего-то странного, и опять же, вы можете заказать что-то такое в абсолютно разных расцветках. Я взяла что-то максимально нейтральное, но, возможно, даже для детей докуплю что-то повеселее, хотя зачем? И также дети иногда просят подавать им что-то с трубочкой. И мы не покупаем пластиковые трубочки. Кстати, я вам сразу советую взять специальную щетку для того, чтобы их мыть, потому что если начнете пить смузи, например, да, вы потом это все не вычистите. Есть ровные, есть разные размеры, есть и в медном цвете. Короче говоря, это просто какая-то бездна AliExpress. Вот. И еще, девчонки,
также не совсем домашняя тематика, но я пользовалась этими кисточками, и было довольно много вопросов, что это такое, это кисти из натурального ворса, у меня здесь только одна, но я купила себе целых 5, там был набор, они такие мягкие, что я даже не знаю, с чем их можно сравнить, это... По-моему, белка, насколько я помню, они обалденные, они так классно тушуют тени, это как профессиональные кисти. Я даже из люкса, ну может у Наташи Шик есть что-то похожее по мягкости, а вот так из люксовых, типа MAC, там, я не знаю, даже не встречала ничего такого мягкого. Поделюсь с вами тоже ссылочкой, да, 5 кисточек стоят около 20 евро, наверное, или 20 долларов, но они того реально стоят. Вы меня поблагодарите, если закажете эти кисти. Они реально очень-очень качественные, и даже визажистам, кто профессионально выполняет макияжи, на заметочку. Как только становится холодно, вы сразу же спрашиваете, какие витамины я принимаю сама, какие даю детям. Я не вправе вам что-то советовать, именно узконаправленное, потому что я не специалист, и все-таки лучше проконсультироваться с доктором, особенно в случае детей, с педиатром. Но самое такое базовое, самое безвредное, наверное, даже из того, что я даю детям, это рыбий жир. Причем в прошлом году я покупала вот этот с лимонным вкусом. Скажу так, что это не самое приятное, что происходит со мной с детьми по утрам, потому что рыбой он отдает. Но говорят, что норвежский самый лучший. И есть какой-то другой вкус, по-моему, апельсиновый, который я никак не могу поймать, поэтому второй раз взяла этот же. Но дети к нему привыкли, особо как-то там не возмущаются. Это очень хорошо влияет на здоровье человека, на самочувствие и для взрослых, и для детей. Также даю деткам эхиноцею. Она в капельках и сладкая, с таким апельсиновым вкусом. Они без проблем это принимают, и удобно то, что нужно все это принимать через день. И смотрите, здесь сразу все как бы измеряется. Я сначала испугалась, думаю, как я буду понимать, сколько тут в пипетке. Тут видите, как удобно. И себе я взяла витамин С. Причем не сама себе его назначила, а проконсультировалась, чуть не сказала, с педиатром. Одни педиатры в голове из-за того, что дети. С терапевтом. И она сказала, что вот этого будет вполне достаточно для того, чтобы укрепить иммунную систему. Эхиноцея тоже принимается именно для этого. И это, в принципе, все. Также я сдала анализы на витамин D, и доктор сказала, что вот этого мне будет достаточно такой дозировки. Это недорогой анализ, вы можете его сдать в любой лаборатории, и направление также можно взять у обычного терапевта. А детям из такого самого универсального, то, что я принимаю не по совету нашего педиатра, но я показала ей состав, она говорит, да, без проблем, эти витамины у нас третий год подряд. Ну, мы не постоянно их принимаем, летом мы обходимся без каких-то витамин, я не полностью баднутая, то есть я утром не заглатываю полную там ладошку таблеток. Это витамины в форме мишек, таких сладких, жевательных. Дети ждут утром, они привыкли, что выпивают там ложку вот этого рыбьего жира, и тогда получают своих жевательных мишек. И когда я заболеваю, девчонки, кто-то говорит, что мои простуды каждые 2 месяца это слишком часто, для кого-то это нормально. Вот, но главное, что тьфу-тьфу-тьфу, я уже несколько лет не пользуюсь какими-то лекарствами, и у меня все обходится, там, типа, 3 дня попершило горло, и все. Или же какой-то самый ужасный насморк до недели проходит. Я принимаю концентрат косточек грейпфрута. Он горький, но я привыкла к этому вкусу. Это как вот съесть косточку грейпфрута. Я уже даже не нуждаюсь в соке. В принципе, изначально так было. Я не пью сладкие соки, газировки, чай с сахаром, кофе и все без сахара. Вот, так что развожу в воде и вот этим тоже спасаюсь. Если кому-то пригодится эта информация, то я буду очень рада. Потихоньку будем заканчивать влог, и чуть не забыла вам сказать, что я наконец-то нашла сериал, который меня зацепил. Я очень любила «Отчаянных домохозяек», и хоть убейте, я не помню, у кого я услышала или увидела, скорее всего, у кого-то из девчонок. Кто-то рассказывал о сериале «Почему убивают женщины». Я точно это где-то не вычитала, простите, я обычно ссылаюсь на того, у кого что-то там подсмотрела, кто мне что-то подсказал. Короче говоря, сериал обалденный «Почему убивают женщины».
женщины. Я посмотрела уже две серии, и очень классные. Вот прям, если вам нравились «Отчаянные домохозяйки», то вы будете в восторге. Конечно, там немножко другая тема, но тоже несколько героинь, я не буду открывать все карты, но, как ни странно, даже мой муж смотрел «Отчаянные домохозяйки», я думаю, что я его подсажу, тоже будем ждать новых серий. И вместе будем смотреть сериал. Я вот вчера проглотила несколько, и сегодня думаю, закончу снимать. Пока буду обедать, посмотрю еще чуть-чуть. Там 40 минут, по-моему, длится серия. Теперь уже, по-моему, все вам рассказала. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.